Всем привет! Вы на Доминусе. И сегодня мы с вами смотрим клип BTS Dope с первой части сборного альбома The Most Beautiful Moment in Life. Вот. А сейчас спускаемся вниз, подписываемся на канал, ставим лайки, нажимаем на колокольчик, чтобы вам первым приходили оповещения о видео. Вот. Также в подсказках будет подсказка на прошлое видео, и где-то на протяжении видео будут выскакивать подсказки на плейлист и на другие реакции. Вот. Значит, эта песня Dope, это уже, она не относится к основной истории, к основному сюжету. Вот, это чисто танцевальный такой клип, вот, зажигательный, классный, с классной музыкой, с классным всем. Вот, погнали смотреть. Не будем долго разговаривать сегодня, потому что я устал сегодня просто уже невероятно. Как бы по мне видно, что я уже, знаете, такой... Улетел уже куда-то. Ozo wa. Bangtan은 처음이지? Смешной такой, да? Забавный Ким Нам Джун. Красивое место, где они снимают это все. Ну и форма тоже прямо такая, знаете. Круто. Ой, очень классные волосы у Чимина здесь. Очень они ему идут здесь очень. И опять у него очки. Опять круглые очки у Чимина, которые сводят с ума. Ой, как снял. Я почему опять не могу проматывать видео-то? Ой. На пафосе такой пошел. Очень синхронно танцуют, очень красивая локация. Блин, это же все настоящие компы стоят. Стоп, они все это снимают в один кадр, что ли? Ой, Юнги с белыми волосами, это вообще что-то неземное. Не с этой планеты, короче. Настоящие хрени летают. Да, это все один кадр, то есть они все это снимали вот так вот подряд на одну дорожку. На один видеотрек, будем говорить правильными словами. Она поехала, что ли? Дай, ну ай. Ой-ой-ой, какой милашливый джин сейчас. Вот был. Вот. Да куда? Верни. Вот. Какой ржачный. Блин, где они взяли такой зал, чтобы вот так украсить, чтобы такие декорации поставить? Охренеть. Заметь, там еще на фоне всякие фонари вот туда, вот так вот, вот так вот, Сэм, вот так вот, вот так вот делают. Охренеть.
3포세대 5포세대 그럼 난 6포가 좋으니까 6포세대 얼른과 어른들은 이제 Что это было сейчас? Они за ним перебежали? 4포세대 5포세대 그럼 난 6포가 좋으니까 Чё? Подождите, это мон... Это же не монтаж. 4포세대 5포세대 그럼 난 6포가 좋으니까 6포세대 얼른과 어른들은 의지가 없다면 우리 싹 초식처럼 빼놓아 Надо где-то обманули, короче. Как же круто сведено это все вместе, просто очень качественно. Я уже говорил это в прошлых двух клипах или там в трех-четырех, это очень круто сделано в плане отточки. Отточки всех там шумов и эффектов дополнительных. Это очень классно сделано. Блин, да, это смотрите, там вот была локация, которая сейчас справа. Ее затемнили, типа, чтобы они успели перебежать, их не увидели. Но при этом они тут все такие разные, то есть там углы стоят, и в них локации, в которых они танцуют, типа. У Джина такой прикольный прикид здесь, и у Тахёна его эти серые шорты, это просто... Да-да-да. Ой, как я ногами всегда машет, классно, я просто не могу. И Чимин такой смешной, и Чимин булочка. У меня почему-то камера не снимает, не знаю почему. А может и снимает. Если нет, то значит будет сниматься на вторую. Она выключилась, по-моему. Ой, какое движение классное тоже. Это же голос Чунгука, почему здесь Чимин? Это не его голос абсолютно. А, нет, Чимин. Ну подождите, это же... Или мне кажется. Либо я глухой просто. Ну либо слишком много какого-то эффекта дополнительно накинули, потому что очень сильно похож на голос Чунгука. Вот сейчас стало стыдно, честное слово. Охренеть! Это монтаж! Вот это точно же вторая сцена. Такого не может быть. Они врут. Блин, как тут камера идет? Это, ну это же... Ну нет, это же вторая уже сцена. Там склеено. Не всегда офигенная локация, но тут это просто их очень много, и они все, такие, они все отличаются очень сильно. Опять они разворачиваются и показывают этой рукой что-то. Достали уже. Блин, песня очень классная. Песня прямо, знаете, вот... И она не на один раз. Ты ее слышишь, тебе хочется слушать ее опять и опять и опять. А клип просто тоже. Клип снят, во-первых, на один кадр. Это вот показывает... знаете, что показывает? Во-первых, снято очень качественно. То есть это оператор, который это все снимал. Один. Один человек, который... Ну, там, может быть, два, если там были склейки кое-где. Вот, например, как в конце было. То есть оператор очень высокого уровня. Просто топового уровня. Оператор, который это все снимает. Вот. Потому что, по-моему, в клипе Save Me они тоже все снимали на один кадр, и на бантан, и на бомбочке было типа видео, как это все снимали, как они там за камерой бегали. То есть тут они тоже бегают там за камерой, но при этом это все происходит еще и в разных локациях.
Ну, в разных местах одной комнаты, но в разных локациях, типа. А в Save Meta там был просто, по-моему, этот, как он называется-то? Ну, пустыня такая, степь, типа. Вот. Опять-таки, качество музыки здесь просто тоже отпадное. Я не знаю, как это вообще комментировать. Это очень круто сделано. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. Друзьям рекомендуйте обязательно. На мой инстаграм подписывайтесь, ВКонтакте друзья добавляйте. Ссылка на плейлист с остальными реакциями будет в описании под видео. Все, тыкайте на колокольчик. Всем до встречи, всем пока.